Всем привет! В этом видео хочу вам показать свою орхидейку Phalaenopsis. Ее название Pinlong Cherry или Philsander. Я до сих пор не разобралась. Да, у нее мало цветочков, но у нее такой божественный аромат. У меня много орхидеек, которые с ароматом, но вот ее аромат ни с какой орхидеей не сравнится, даже с Леодора, с Катлеями. Вот, ну, не потому что, может быть, это только для меня так, потому что я не очень люблю ароматы, туалетные воды, но вот этот ее аромат, это просто, вот она начала ароматить, и я нос просто не вытаскиваю из нее, честное слово, я постоянно ее нюхаю. Я очень этому рада. Почему? Да потому что у меня их две. Вот раз и два. Первую я купила в прошлом году на садоводе за, если не, ну, не ошибаюсь, 450 рублей. С Ванечкой мы вместе покупали. Он себе, я себе. И она у меня уже цвела. Как видите, есть семенные коробочки. Опылила. Она у меня цвела осенью, и аромата у нее не было. Хотя в магазине она пахла. Вот она. И я уже начала беспокоиться, что, ну, наверное, в магазине чем-то побрызгали или что. Я откуда знаю, поставщик может все что угодно сделать, если они красят, укол делают, да, в растение, и оно становится крашеным. Может, они уже и побрызгали для аромата, потому что аромат у нее, правда, ну, для меня вот идеальный. Вот он меня не раздражает и не надоедает, как у многих орхидей, ну, как бы, ну, такая я. Вот, и когда вот эта вот начала раскрывать свои цветочки, они обе одинаковые. Вот эту я купила в обе, тоже в прошлом году, летом. Я очень ее пожалела, видите, у нее лист был сломан. Это вот два у меня выросло. Я ее купила за 140 рублей, что-то такое, но не больше 150 рублей. Я ее просто пожалела. И у нее был тоже аромат, но это одинаковые растения. Просто вот у этой чуть-чуть миниатюрные листочки, а у этой чуть-чуть побольше. Видите? Но, и вот когда у нее распустился первый, второй бутон, они не пахли, у них не было аромата. И я так расстроилась просто. И сейчас, когда она раскрылась полностью, все ее бутончики, 6 их, у нее такой аромат, я не могу передать. Я бы хотела с вами поделиться им. Она прям сама нежность. Я не знаю, чем пахнет. Ну, есть нотка ландышей. Ландыши очень вкусно пахнут для меня. И вот что-то есть у нее от ландыша. Но для меня она сама нежность. Ну да, обычные цветочки, но что-то есть в них очень-очень интересное. У них даже корешочки, видите? Что-то есть от шиллерианы. Серебристые. Ну, и понятно, что ее родитель шиллериана, еще может быть кто-то, не знаю, но я очень-очень рада. Я бы так хотела передать этот аромат. Он божественный. Ну вот будут семенные коробочки вышли, может быть, девчонки вырастят. Попробую помазать пастой, вырастить детку, потому что у меня есть Михаил, которому я очень хочу подарить это растение. Но я ему хотела его подарить вот таким. Он у меня выиграл в моем конкурсе на 1000 подписчиков. И вот у меня все равно жаба задушила. Я думаю, я детку выращу и выращу для него. Я, Мишечка, я все помню. Я обязательно для тебя постараюсь вырастить детку. Пусть не сейчас, может быть, не получится в этот раз. Но я буду стараться, честно, я все помню.
И еще, уже как неделю я не просматриваю видео. У меня очень много девчонок, на которые каналы я подписана, по цветочкам и не только. И всегда я всем отвечала и писала под их видео. Сейчас просто, ну извините, нет у меня не то что времени. Ну, пока я не могу просматривать ваши видео. Ахаха, пока я, ну, не могу. Поэтому не обижайтесь, девчонки, а то я смотрю, многие перестали писать мне, надулись. Не обижайтесь, я обязательно просмотрю ваши видео, я просто не могу сейчас смотреть. И поэтому не обижайтесь. Но я просмотрю, вот сейчас только пройдет этот период в моей жизни, я все-все просмотрю, у меня все видео отмечены, и все будет хорошо, поэтому не злитесь. Это не по моей вине или прихоти, я не смотрю ваши видео. Я очень хочу посмотреть, но не могу пока. Нет, у меня с техникой все в порядке, у меня не в порядке по семейным обстоятельствам, поэтому нет у меня сейчас сил смотреть. Ну, вот такая красотка, да? Мне так нравится. Она такая нежная. Всем пока. До скорых встреч. Люблю вас.